Друзья, добрый вечер. Приехали мы за Ритой. Ее прооперировали. У нее получилось так, что две лапки у нее пришлось ампутировать. Вот. Ну, сейчас я ее заберу. Это единственный вариант. То есть спасти лапки, ну, никак не было возможности. Скорее всего, будем протезировать. Вот. Но это уже будет у нас следующим этапом. А сейчас надо восстановиться ей, привыкнуть к новому образу жизни. По-другому будет себя вести, может быть, как-то, не знаю. Ну, в любом случае, это было необходимо. Вот. Все, ребят, пошли в клинику за Ритой. Галя уже там. Так вот, лапки. Видите, да? Вот такие вот лапки. Сейчас померили у нее, значит, грудь и шею. Галина заказала специальную шлейку для переноски, чтобы можно было гулять. Завтра придет, мы получим, и я покажу, как это выглядит. Вот. А пока вот так. Пока вот так.